конкурс организован Министерством образования и науки Республики Мариэл и Дворцом творчества детей и молодежи при информационной поддержке телеканала «Мэтр». Они яркие, эмоциональные и очень талантливые. У них впереди большое будущее. И неважно, станут ли они настоящими звездами или нет, прямо сейчас они будут зажигать для вас. Это 10-й юбилейный телевизионный конкурс «Песенка года». И мы услышим каждого.
Здравствуйте, меня зовут Мария Скочинская. Мне 11 лет. В этом конкурсе я участвую не первый раз, и мне очень нравится. Всем участникам я желаю хорошо выступить. На сцене я жизнью живу настоящей. Мне светит в лицо оживляющий луч. А там за кулисами маленький ящик, который меня запирают на ключ. По ниточке, по ниточке ходить я не желаю. Отныне я живая. По ниточке ходить я не желаю. Отныне я живая. Всем привет! Меня зовут Козин Павел. На песенке года я участвую не первый раз. Я хочу исполнить песню Олега Газманова «Офицеры» и донести ее до зрителей. А всем участникам я хочу пожелать хорошего настроения и удачного выступления. Господа офицеры, по натянутым нервам я гордами веры эту песню пою. Тем, кто бросит карьеру, живота не жалея, свою грудь поправляет за Россию свою. Тем, кто выжил в Афгане, свою честь не изгадив, кто карьеры не делал от солдатских кровей, я пою офицерам, матерей пожалевшим, возвратив им обратно живых сыновей. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом, за Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода в вас сияет, заставляя в унисон звучать сердца. Каждый понедельник и каждую пятницу мы будем знакомить вас с новыми участниками. Лучшие из них споют на гала-концерте «Песенка года» 12 января. Не пропустите свою песенку на телеканале «Мэтр».